Пожалуйста. Конечно. Да, я уже нажала всем. А, хорошо. Привет всем. Ой, тут же совсем ничего не слышно. Я забыла. Далеко, когда стоишь, ничего не слышно. Так что я буду стоять поближе. Хотя я не люблю, когда видят мою рожу. Ну, в общем, мы сегодня в даунтауне. Сегодня субботний вечер. Город тихий. Что-то сегодня скучновато. Хотя обычно суббота на воскресенье, наоборот, веселье. Может быть, все ждут в предвкушении 4 июля? Я не знаю. Да, скорее всего, я тоже так думаю. В общем, по заявкам желающим, я решила более подробно снять даунтаун. По желающим это я имею в виду маму. Так что я сейчас это буду делать. Ну, как бы тут ночное время, особо-то не увидишь. Да, молодец, доча, начала снимать. Ну, зато вы увидите, как выглядит наш городочек так в темное время суток, да. Вот жалко, вот это здание не видно, но такое красивенькое. Ну, не знаю, мама, ну прости меня, ну неказистая у тебя дочь, ну руки растут непонятно откуда, ну что поделать. Ну, я отдыхала сегодня днем, я дрыхла. Я сегодня слишком рано легла спать, поэтому. В общем, вот мы тащимся. Говорят, это тут глухая-приглухая провинция. Тут вообще ничего нет, единственное то, что Нью-Йорк под боком, и это единственное, что здесь спасает. Вон там ребята играют на гитарке уличные. Сейчас я увеличу. Мы им доллар кинули. У них хорошая музыка играет, мне нравится. Мы их в парке видели и слушали. А вот и получается заснять это здание. Here it is, Аня. Там поживее. Ну, нам надо перейти дорогу, потому что там дорога чинится. Кроме музыки. В костюме. Вот впереди парочки. Короче, мужик, который вечно понос приходится убирать в комнате. Если получится, пойдем попробуем догнать, маме покажу. Сегодня он весь такой в костюмчике, при параше. Тут машина ехала, вот мы и бежали, как клюнутые. Oh, really? Yeah. Yeah.
А, юнбана еще. Бар. Так как вы подписываете? Бар. А. Слышите, что сказал? Слышите, что сказал? Нет. Ну, потом скажу. В общем, мы тут все шлындаем, ты все слышишь наши сплетни. Тебе это не интересно, вам всем это не интересно. Ну, просили снимать обычную жизнь, вот я и снимаю. Обычную жизнь. Надо... Ой, а вот тут пиццерия, тут классная пицца. Вот, да. Новиков, вот здесь надо пиццу брать, а не там, где... Они, простите меня, в Пицца Хат, не пицца. Тарантелла называется, классное место, мне очень нравится здесь пицца. Вот. Вот все нам машут. Да. То, что мы хорошенькие. Вот. Yeah.